Всех приветствую. Хотел бы, грубо говоря, сказать об окончательной работе. Ну, почти окончательной, там облицовка, покраска, это я уже не считаю. Грубо говоря, образец уже ходовой, как говорится, испытания проводятся. Ну, проводятся в отсутствии снега. Точнее, очень крепкого наста. В этом году что-то снегом нас не балует погода. И поэтому будем кататься пока что так. Ну что сказать. Рулевая нормально себя зарекомендовала. Втулки смазал. Работают все хорошо. Крестовина держит. Здесь втулка с двумя подшипниками. Рулевая сошка центральная. Жигулевские наконечники. Удлинил. И удлинил вон даже чем. Вот. От инструмента, от воротка куски были. Сделал. Так. Втулочки. Сайлентблоки от амортизатора держатся. Как говорится, ход есть, но это ход на эластичность, как говорится. Вот. Амортизаторы. Сюда ставил пружины. Сюда ставил пружину, но ничего-то чересчур жестковато. Вот. А так вот едешь, прям мягенько проглатывает почти, практически все. Вот. Сделал каркас. В этот каркас не уместился глушитель. Глушитель пришлось подрезать, подкорнать. Сцепление себя просто изумительно показало. Я, блин, даже пожалел изначально то, что изначально купил заводское исполнение. Ну, в смысле, заводское. Такое же гаражное, только не моими руками деланное. Вот. А это оно не греется. Износа на колодках нет. Я открывал барабан. 2 дня катался, открыл барабан. Износа вообще нет. Нарисовался один минус. Гусеница при большой нагрузке пытается соскочить. Вот выедает верхний склиз опорный. Выедает. Гусеница пытается съехать в одну сторону. И не знаю почему, что с этим связано. Что-то у меня немножечко что-то не срастается, как говорится. Попробовать ту же натянуть ее, тогда она, наверное, никуда не денется. Подножки. Подножки, конечно, ну так, времянка, ну, ноги есть пока куда положить. Не хочется мне вот здесь вот городить большую площадку под ноги пассажира, под ноги водителя, грубо говоря, наездника. Будем думать. Ну а так едет неплохо. Скорость из-за двух лыж скорость нисколько не потерял. Трогается это бодрячком. Мощности 15 лошадей хватает. Вот, даже вдвоем катались. Вдвоем тоже нет какого. Самое главное тронуться. А там уже газу даешь он. Ловите меня, семеро. О следующих переделках сообщу дополнительно. Так что будьте на связи. Всем добра.